самый нежный день в году женщины принимали поздравления с 8 марта. Женщиной года 2019 на Гродненщине стала председатель Островецкого района Совета депутатов Ирина Тальчук. Героиня рубрики «Моя Островечина» – ветеран педагогического труда Мария Пешко. Дело мастера боится, но тематический проект стартует в нашей телепрограмме. Как удивить женщину, ответит рубрика «Есть вопрос». Обо всем этом и не только сегодня в программе «Твой Островец». С вами Дмитрий Королевич, здравствуйте. Продолжим после короткой паузы, оставайтесь с нами. Первый весенний праздник – это, конечно же, 8 марта или День женщин. Как всегда, слабые половинки человечества ждут поздравлений и подарков. Мужчины ломают головы, чем в этот раз удивить своих любимых мам, жен, дочерей, бабушек, тещ и коллег по работе. Вот, например, какой сюрприз женщинам устроили в коллективе генерального подрядчика строительства Белорусской АЭС. Инструментальная музыка и теплые слова. Сотрудниц представительства акционерного общества инжиниринговой компании «Атомстройэкспорт» в Республике Беларусь поздравил народный ансамбль народной песни «Родность». Это не новый музыкальный коллектив. В Островец приехали артисты из Драгичинской детской школы искусств. Ансамблю народных инструментов «Родность» 45 лет. За это время коллектив не раз становился лауреатом многих конкурсов республиканского и международного масштаба. Ансамбль дал концерты в разных уголках Беларуси, теперь в географии город Островец. Был на родине на Новый год и слушал этот коллектив. Мне понравилось. Это с моей родины, откуда я родом. И пригласил их сюда для разнообразия, для конкурентной среды местному коллективу. Для того, что они сами себя предложили и сказали, мы готовы приехать. Хиты 60-х на слуху и сегодня. Для концерта в Островце артисты приготовили яркую программу, полностью посвященную женскому празднику. Для кого-то это песни молодости, кому-то любимые мотивы за праздничный столом в детстве напевали бабушки и мамы. Точно одно, музыка никого не оставила равнодушным. На другие эмоции организаторы и не рассчитывали. Виктор Григорьевич Брич пригласил наш коллектив вот специально для этой цели, чтобы мы поздравили женщин с весенним праздником. Милые женщины, я хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья огромного, любви взаимной, счастья, удачи. И пусть все песни, которые вы сегодня услышите, звучат в вашу честь. 12 песен самой разной направленности. В основном они посвящены любви, женщине, весне. Ну и 6 произведений будут инструментальны. Из них 2 попурри на темы песен Леонида Гайдая и на темы песен 60-х годов. Я думаю, что всем вам наша программа понравится и доставит удовольствие. Высокий профессиональный уровень музыкантов, замечательные голоса солистов и репертуар. От выступления «Родности» в восторге остались все. После концерта заместитель директора представительства Виктор Брич проблагодарил коллектив за музыку, вручил благодарственное письмо художественному руководителю и дирижеру оркестра Инне Подлужной и пожелал ансамблю дальнейших творческих успехов. В такое время хочется пожелать, чтобы эти женщины работали меньше на работе и больше были дома и могли заботиться о своих домах, заниматься своими домашними делами. Я вообще считаю, женщина, которая имеет детей, которая ходит в детский садик или в школу, должна работать 3-4 часа в день. Только тогда она почувствует себя качественной мамой, хорошей, заботливой женой и, в принципе, возможностью одеть наряд, прийти на работу, выполнить свои задачи на работе. Только тогда. При нашем укладе жизни, который сформировался внутри социального общества. Мне кажется, то внимание, которое мы сейчас равные права предоставили женщины, им тяжело, потому что дома им приходится делать работы намного больше, чем мужчине. Представляешь, если зайдет ваша начальница, что здесь начнется за нашу подготовку? Ой-ой-ой. А то, конечно, как всегда. Почему нету плаката? Что делать? Понятненько. Чаек, кофеек, пирожки. Надеюсь, ты в дверь не влазишь. Попов, оделись. Лишены премий. Ё-моё, я еще в небюджетку снимаю.
А несколькими часами позже на сцене киноконцертного зала был своеобразный патриархат. Все музыкальные номера оказались в крепких мужских руках. Искренними словами, музыкальными подарками и остроумным юмором женщин-островечины поздравляли мужчины. А первым, конечно же, это сделал главный мужчина в районе Игорь Шалудин. Сочетая роль нежной и любящей матери и жены, вы остаетесь профессионалами в общественной жизни своей малой родины. Это дорогого стоит, это достойный пример для всех мужчин, отметил в своем поздравлении председатель райисполкома. Больше на празднике официального не было. Практически два часа женщины смеялись, пели и танцевали вместе с артистами. Наши мужчины, они такие активные, в меру талантливые, поэтому сегодня было, в принципе, все очень просто. Мы практически не принимали участие в подготовке этого концерта, все решили наши мужики сами, поэтому я думаю, сегодня у нас будет экспромт и порадуем женскую половину нашего островца. Праздничная атмосфера в этот день начиналась уже в фойе. Красивая фотозона предлагала женщинам обновить свою страничку в Инстаграме. Милая выставка детских рисунков, посвященных мамам, вызвала улыбки и гордость за данное Богом право быть женщиной. Практически 50% вот занято в экономике населения, у нас 12 тысяч, то есть вот половину занимает женщина, такая существенная часть. И скажу, опора. В первую очередь, конечно, хочется сказать огромное спасибо за вот тот весомый вклад, который они вносят в экономику района. И, конечно, пожелать дальнейших плодотворных результатов, дальнейших успехов, любви, настроения, благополучия, благосостояния в семьях, в домах. Ну и чтобы всегда находилось сотни, тысячи причин для того, чтобы на лице женщины всегда была счастливая улыбка. А ведь и правда, 8 марта – главное событие не только недели, а без преувеличения всей весны. Забыть о празднике невозможно, даже если не следишь за календарем. А начался он, как и полагается, еще накануне с традиционных поздравлений на работе. Оригинальнее всех в этом году были спасатели. Мужчины из РЧС подготовили коллективное поздравление, которое было видно с высоты птичьего полета. И все же первый праздник весны ассоциируется в первую очередь живыми цветами. Накануне и в день 8 марта их продавали на каждом шагу. Помимо цветочных магазинов в городе разрешили организовать несколько временных цветочных палаток. Так сказать, чтобы ни одна женщина, девушка, девочка не осталась без внимания. Из истории вопроса. Собственно, именно внимание к себе и просили нью-йоркские текстильщицы, выступая за равноправие 8 марта 1857. Года. В тот день более 15 тысяч женщин вышло протестовать против низких заработков и плохих условий труда. А в 1910-м на международной конференции социалисток в Копенгагене Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день как дату, когда можно будет заявить о своих проблемах и правах. Немецкая коммунистка и борец за права женщин тогда и представить не могла, что создаст самый красивый праздник в мире женщин. И один из самых сложных дней в году для мужчин. Ведь многие не дадут соврать, угодить тонкой женской натуре не так уж и просто. Купил только цветы на праздник. Приятно, но мало. Подарил все, кроме цветов. Считай, не поздравил с 8 марта. Где же ты, золотая середина? Попробуем разобраться. Много женщин приходится поздравлять? Чащу и жену. Практически. Все? Сейчас меньше, раньше-то, конечно. Здравствуйте. А у вас праздничный мед на 8 марта, нет? Конечно, конечно. Для женщин или только для мужчин? Для мужчин намного дороже, для женщин дешевле. Самый незабываемый ваш 8 марта. Что подарили вам? Что подарили? Что прям вот вспомнить и сказать, что это был лучший мой 8 марта. Лучше, когда книги подарили. Вот когда в прошлом году Дэн Браун, знаете, такой есть писатель замечательный. Вот это были
И в этом году обещали тоже подарить мне 3 книги этого писателя. Это был самый лучший подарок. Как вас в молодости поздравляли? Ну, как поздравляли? Ну, я в детском садике работала с детьми. Утренники были. Мы поздравляли мам. Дети поздравляли своих мам и нас тоже, всех сотрудников детского сада. Ну вот радостно было, чего? И теперь хорошо. Посмотрите, сколько цветов люди вырастили. Я и шла, и радовалась вот этой красоте. Топ-5 подарков для женщин, которые вы дарили когда-нибудь. Который дарил? Да. Парфюмерия, цветы, дальше сувениры, копилки и... Ну, шарф, платок какой-нибудь такой, вот такие вот. Что дарят? Тюльпаны. Это смешно. Почему? Потому что тюльпаны – это не оригинально уже, да? Да. А что бы вы хотели на 8 марта? iPhone XS. А ты что хотел? Я бы хотела любви. Да. Не, ну в смысле не себе, там вот, человека молодого, а вот чтобы родители подарили ее. Она как бы и так есть, но мне надо больше. Кому столько цветов или это один кому-то? Семья у нас большая, всем по букетику надо. Ну еще вот жене подбираю, хожу. Топ худших подарков, которые приходилось дарить? Худших? Худших. Худших никогда не дарю. Никогда, да? Нет. Не жалеют мужики денег на цветы? Нет, не жалеют, не жалеют. А сколько нынче стоит тюльпанчик? Тюльпанчик 2 рубля один. 2 рубля? Да. У вас, может, охотнее берут, все-таки вы женщины? Да, наверное, наверное. А кого вы покупаете цветочки? Себе. Себе? Серьезно? Ну, если честно, кому? Ну, кому? Свекрови любимой. Почему мужики еще вот не любят этот праздник? Ну, видишь, ходи, выбирай. Мне что скромно, один тюльпанчик. А или... так и треба. Так и треба? Но для жонки один цветок. А дочки приедут, завтра я им куплю более. Да, зарабатываем очень много денег в этот день. Мы счастливы. Да? Наши жены счастливы. Сколько стоит? Стоит вот этот букетик 6 рублей. 6 рублей? Да, всего лишь. Не жалеют мужики денег? Жалеют. Очень жадные мужики у нас, да, скупые. А сколько вот не жалеют? Торгуются? За сколько, говорят, купим? Говорят, максимум 2 рубля можем отдать. Остальное, да, должно остаться на пиво. Что сегодня хотят девушки? Вот, ну, твоего возраста, скажем, современные девушки, что? Думаю, внимание. Внимание такого, как подарок, допустим, тюльпаны, сладости. Вот так вот. Ну, ты ждешь 8 марта? Не любишь этот праздник сам? Ну, как вам сказать, это такой праздник, когда и приятно дарить подарки, и, ну, и затратно, можно так сказать, если хорошо вложиться, хороший подарок. Самый лучший в жизни твой 8 марта, вспомни, что тебе подарили? Даже не знаю, ну, любой подарок, который подарен с любовью. Это самое главное, да? Да. Тебе что дарили? Мне дарили цветы. Всегда цветы? Много цветов. Вот скажи честно, любишь 8 марта? Нет, затратный праздник. Тебя самому поздравили? Да, мальчики поздравили сегодня в школе. Подарили подарки всем девочкам. И цветы дали тоже. Дарили. Ну, я цветы, наверное, куплю. Цветы, да? Проще. Себе или это тебе подарили? И ты кому-то несешь? Нет, я купила костёл сестре Регине. А тебе вообще подарили что-нибудь уже? Да. Что? Блокнот с линейкой. Это у одноклассники, да? Да. Много женщин приходится поздравлять на 8 марта. Затратный для себя этот праздник, нет? Так скажем, в некотором роде, да. Потому что первоначально для родных, для мамы, бабушки, это всегда хочется, чтобы им было приятно. И ограничиваться цветком и каким-то какой-то безделушкой не хотелось бы. Вот, и поэтому всегда как-то планируется и на достойном уровне поздравляется. Вы поздравили свою женщину с праздником? Да, конечно. Что подарили? Самого себя. Самого себя? Это серьезный проект. Ну, да, конечно. Не, ну, конечно, естественно, это же шутка. Конечно, подарил. Цветы. Плюс к цветам еще что-то. Кое-что. Сильно много не фантазировал. Подарил деньги, а они приобретут то, что им нужно. Что подарили? Или выбираете еще? Ну, обычно. Цветы. Цветы, да. Улыбку. Улыбку. Самое главное, да? А кроме сестры, кого приходится еще поздравлять?
Жену. Уже поздравили? Нет, я еще поеду в Минск, поздравлю. Да, да. Кого еще? Дочки? Ой, у меня и дочки поздравить, и невестки, и невестки. Короче, хайху это 8 марта, да? Или нет? Да. Затратно, нет? Затратно. Ну, ничего страшного. Переживем. Да, вот именно. Так что мы работаем для женщин, так что надо их уважать, ценить и любить. Это наши, женщины. А мы купим, я уже увидела, мимозу. Самый незабываемый 8 марта, который был в жизни. Подарочек или, может быть, что-то оригинальное было сделано. Даже не могу так вспомнить. Каждое 8 марта ждешь чего-то оригинального. Ну, самое интересное... А в итоге цветы, да, только? Ну, это хорошо, когда цветы. Или сам себе сделаешь подарок. Ну, самое важное, что рядом родные и близкие. Со своей любовью, пожеланиями и со всем прочим. Затратный же праздник. Конечно, затратный. Ну, а что сделаешь? Почему затратный? В чем заключается затратный? Ну, конечно, не ваш затратный, а наш затратный. Потому что мы, сколько вот у тебя есть женщин, и ты должен всем подарить цветы. Как минимум цветы. Конечно, как минимум. Да. Но это не считается трата. Цветы нужно дарить каждый день. Каждый день? Ну, не знаю, не знаю. Вот это настоящий мужчина. Ну да, да, согласен. Цветы не должны выводиться из дома, правда? Они должны быть постоянно. Деньги, цветы, парфюм, драгоценности – неважно. Главное условие – естественно, внимание. А вот важно не только 8 марта. Женщины говорят, если остальные 364 дня в году будут хотя бы похожими на 8 марта, это для них будет лучшим подарком. Лучший подарок на 8 марта. Традиционно накануне праздника в Гродно выбирают лучших женщин области. В номинации «За лидерство и успешное руководство» женщиной года стала Ирина Тальчук. Диплом от губернатора Владимира Кравцова и ценный подарок председателя Стрелецкого районного совета депутатов получила во время торжественного мероприятия, которое состоялось в Гродно 7 марта. Признание отнюдь не случайно. В лидерах Ирина Тальчук практически всю свою трудовую жизнь. В должности начальника районного узла почтовой связи проработала 18 лет. Параллельно Ирина Эдуардовна управляла общественной организацией «Совет руководителей». Также стала и первой в районе, кто возглавил общественное объединение «Белая Русь». На сегодняшний день второй созыв, как Ирина Тальчук, руководит депутатским корпусом района все так же выше своих, ставя интересы островчан. Очень приятно в такой праздник женский получить такую высокую награду. Но я хочу сказать, что эта награда не лично моя. Дело в том, что у нас на сегодняшний день в общественности работает очень много людей. Это депутаты районного совета 26 человек, 66 человек депутатов сельского совета, 70 старост. Это все люди, которые занимаются развитием территории. А вообще депутат призван для того, чтобы решать проблемы людей, чтобы люди именно к первому шли к депутату. А проблемы есть, и мы стараемся выстроить так свою линию работы с исполнителями власти, чтобы максимально порешать проблемы. Поэтому я считаю это авансом, и работы у нас еще много. Город быстро развивается. Надо, чтобы все объекты, строящиеся социально, прижились у населения. Надо, чтобы людьми пользовались. И поэтому я думаю, что у нас еще все впереди, и работы очень много. Поздравляем Ирину Эдуардовну с заслуженной наградой и пожелаем женщине года дальнейших успехов на ее благородном пути. «Весочка, которая блятая». Так назвала у своем верши свой родный край героиня нашего наступного сюжета. Мария Пяшкоч, ее дитинство и юнаство прошли на Гомельщине, давно укоренилась в Островецком районе и лечит вёску Ворону своей другой родимой. Больше 20 годов життя Мария Павловна присвятила праце наставницей белорусской мовы и литературы у мясцовой базовой школе. В прихожую «Весочку» залетела и наша постоянная тематичная рубрика. Народилася я на Гомельщине. Цудовный край, пригожий край. Але так здарылася в моем лёсе,
что я свои лёсы связала дальнейшие за Островечиной. Вот в этой школе Воронской я отпрацавала амаль три десятки годы. На гэтыя три десятки годы выпали самые цудоўныя мои молодые годы. Тут я не только працавала, але и творила. Детки меня натхняли на творчесть. Тут народилась моя песня, спочатку верш, а потом песня «Вёсочка Ворона». Памятаю, сидим на педсовете, перапынок у нас был, и наставница истории Людмила Александровна Гродь каже: «Мария Павловна, мы вчера были на методичном объединении в Быстрицкой школе, и они проспевали гимн своей вёсцы. А нам соромно, что есть у школе свой поэт, а гимна нема». И знаете, не прошло и 5 хвилин, как у меня народились такие строчки. Есть на карте нашей вёсочка такая, назва у которой над землей летает. Вёсочка Ворона, моя дорогая, вёсочка якая над землей летает. Тут живут узгодья, белорус, поляк, поеднал усих нас половецкий тракт. Пусть он проходит наш половецкий знаменитый тракт. Вёсочка Ворона, моя дорогая, вёсочка якая нас усих ядная. Гонор нашей вёски хвалу неба чуя, белая святыня мир спокой вартуя. Напевно, не дойдет туда кинокамера. Вёсочка Ворона, моя дорогая, вёсочка, якая счастья всем жадая. Верш был составлен из 5 столбиков, але для песни мы 2 столбики опустили, потому что она такая залихвастая, задиристая песня. Хутко затягивается, запоминается мелодия. И ведаете, раней пытаются, откуль, где живешь? Неяк было стремно говорить у вороне. А теперь кажут, откуль? Ворона, а это той, что в песне спевают. И вельми-вельми мне это импонтует. Я вельми привязалась до вёсочки Вороны, потому что уже вельми редко езжу на свою родину. А кроме могилок, там меня никто не сустракает. Поэтому Ворона для меня другая родима. Тут у меня сябры, суседи, знакомые, былые вучни, которые не дают сумовать и забывать ничего. И в школу часто запрошают. С великим задовольнением, с натхнением я иду сюда на встречи. Сегодня мы ходим по пригожих дорожках, высланных тротуарах. А той час, когда я приехала сюда, был совсем иначим. Правда, вельми много было зелянины. Древы были пригожие у парку школьным росли. Каля забора уздовж росла целая засаженная такая полоса елок. И мы, памятаю, ходили с детьми на экскурсию у лес, сбирали грибницы, приносили сюда. И эти грибницы потом годов через 10-15 разрослись, так что не так давно мы еще тут сбирали грибы. Сегодня в нашу школку приятно зайти. Усюды пригожа, аккуратно, чистенько, привабно. А неколи было усяляк. По-перше, даймал вельми холод. Бывали такие моменты, когда качагарка зусім не працавала, и мы мерзли. Але все равно імкнулися до лепшего, старались, учили, и были у нас досягненні. И займали разные призовые места в разных конкурсах. И дети мои писали верши, и я писала. И разом с ними мы посягали многие цікавые таємниці и вершини. Каратей кажучи, школка сегодня наша оделась в новое платье.
И сегодня тут только вучнев початковых, учатся вучни в початковой школе. Асфальта не было. Была улица друкованная, брукованная. И на дворе, не глядя на все наши намагания, было брудно, грязко. Але это нам не мешало творить, працовать, давать тривалые веды учням. Вот гэты помник, який знаходится насупрот нашей школы, завсёды был у центра уваги. Тут мы выстраивались у гоноровые вахты, тут принимали детей у пионеры, тут клялись верности своей родиме. Гэты помник завсёды был ухожаны. У святы завсёды гучала урачистая музыка, сустракаліся з ветэранамі вялікай айчыннай вайны. І гэтае месца заўсёды выхоўвала ў дзяцей дух патрыятызма і адданасці сваёй радзіме. З вялікім сумам гляжу на гэтую паляну. Некалі тут быў прыгожы сквер. Як я яшчэ толькі прыехала ў Варону працаваць, тут узвышаўся памятнік Карлу Марксу. І вуліца Карла Маркса называлася. І калгас быў Карл імені Карла Маркса. З цягам усё змянілася. З дзеткамі мы часта тут садзілі дрэўцы, садзілі кусты шпірэі. Вясной ён прыгожа расцвітаў. Клубныя работнікі яго часта падстрыгалі, і ён быў акуратненькі, прыгожы. А ў цэнтры быў пастамент Карла Маркса, і вакол яго раслі вельмі цікавыя блакітныя ёлкі. Гэтыя ёлкі прывезлі нашы аднавяскоўцы, як ездзілі на выстаўку дасягненняў народнай гаспадаркі ў Маскву. Уся школа, калгасныя кіраўнікі калгаса, працаўнікі бухгалтэрыі садзілі гэтыя ёлкі. Мы іх так даглядалі, яны настолькі былі прыгожыя, разрасліся, і не трэба было ніколі прывазіць марнаваць на Новы год ёлку ў клуб. Заўсёды хараводы вадзіліся тут, на гэтай паляне. Ну, насталі такія моманты, што кіраўнікам раёна не паспадабаліся гэтыя ёлкі. І яны рашылі ўсё гэта змяніць, а на гэтым месцы пабудаваць новы парк культуры і адпачынку. Аднак знішчыць лёгка, будаваць цяжка. То грошай няма, то энтузіязмаў няма, то кіраўнікі мяняюцца. І гэтая паляна нам вельмі і вельмі сумна на яе глядзець. Яна нагадвае аб тым, што не заўсёды людзі робяць свае абавязкі толкова і патрэбна. Крыўдна за гэты парк, за гэтую паляну. Душа баліць не толькі ў мяне, а ў многіх аднавяскоўцаў. Вось гэтая сцяжынка прывядзе нас да касцёла. Касцёл – гэта наш гонар, гэта наша святыня. Калі я прыехала сюды працаваць, на месцы гэтага касцёла былі развалены. І першае месца знакамае, з якім пазнаёмілі мяне мае вучні, было іменна вось месца, на якім некалі стаяў, узвышаўся касцёл. Ён быў у вельмі дрэнным стане ў той час. Стаялі толькі 4 калоны, а зверху ўсё было звалена ўніз. І толькі па сценах сярэдзіны сіратліва выглядалі фрэскі. Вельмі было балюча глядзець на гэта святое месца. І потым, калі ў Варнянах адкрылі касцёл, ксёндз Здзіслаў Пікула прыслухаўся да просьбы нашых аднавяскоўцаў і стаў старацца, каб на месцы гэтых руін узвысіўся новы касцёл. Мне па просьбе аднавяскоўцаў
пришлось писать немецкому канцлеру письмо с просьбой. Просьба эта была зауважена. И немецкий канцлер откликнулся на эту просьбу. Чому немецкий, я не могу задать, отказать на это питание, навод сама не задумывалася. Усе потрошку рыхтовалися до этого свята, отбудовли этой святыни. И сегодня он радуя вока. У святы и у будни сюды идут люди. И детки, и дорослые. Это место у нас людное. И вельми добро, что оно збирая всех одновязковцев, что только у костёля сегодня могут споткаться, только коли костёла могут повитаться, поговорить, вспомнить свои годы. И все доброе, что было и здаралося в жизни человека. Люди откликаются на все. Не шкадуют ни грошей, ни часу. Особливо часто, не только часто, але постоянно тут треба отзначить великую працу прихожанки Веры Антоновны Морозене. Она и деток учит, подрыхтовывая до первой коммунии исповеди. Она и костел завсёды открывая. И она организовывает тут и святы, и люди идут, откликаются, и вельми удяшны за то, что у нас сегодня на территории нашей вёски есть такая святыня. Гонор нашей вёски, хвалу неба чуя, белая святыня мир спокой вартуя. Коли дотуль, докуль будут узвышаться белые святыни, дотуль будет стоять мир. Тому тое, что неколи сбудовали наши родки, треба берегши и поважать ихнюю працу. Ну вот мы и пройшлися с вами по моей любимой вёсочце, по другой маленькой родиме. Я счастливая тем, что у меня две маленькие родимы. Одна далекая на Петриковщине, якая вельми часто снится мне. И другая родима тут, вёсочка Ворона, Островеччина. Я её полюбила всем сердцем и душою. И где б ни была, куды б ни отлучалася, куды б ни поехала, мне завсёду тягнуть гэтые прыгожие мясціны, родные не только мне, але и моим детям. Бо яны тут народилися. И навогул Островеччина – край прыгожий. Островеччина, край любы, щодры, дорогі. Тут скрыжаваліся надовго мои стяжинки и шляхи. Таких цудовных краявидов, напевно, больше нигде нема. Тому я сердцем и душою к ним прикипела нездарма. Люблю сады, лясы, узлески, в строкатых фарбах сенажать. И тыя стройные тополі, что ля гостинцев вздовж стоять. Люблю и поле я за вёскай, с тугим пшаничным колосом, и нават тых ворон на ліпе, что рання будять голосом. Тыя карвельские дубравы, где я люблю грибы збирать, и небо чистое над хатой я кожный день хочу обнять. Любить мне гэтый край не диво, бо тут моих сынов родима.
Моя дорогая, весочка якая над землей летает. Дело мастера боится. Наша программа запускает еще один тематический проект. Героями серии сюжетов станут люди, чьи руки часто называют золотыми, продолжит Ангелина Миклис. Сегодня мы в гостях у Геннадия Ивановича Соленника. Этот человек посвятил всю свою жизнь дереву. Дерево стало делом его жизни. Он может сделать из него абсолютно все, что угодно. Поэтому сегодня мы расскажем о его хобби и постараемся сделать сами что-нибудь своими руками. Так, здравствуйте, Геннадий Иванович. Добрый день. Мы сегодня с вами будем делать что? Сегодня мы будем делать одно из самых простых изделий – подсвечник. Здорово. Приступаем. Для того, чтобы начать работу, нужно иметь какой-то инструмент. Не какой, а самый-самый хороший и остренький. Для резьбы подсвечника мы используем сразу уголок. И нож-косяк. Все остальное, чтобы не мешало, мы уберем чуть-чуть в сторонку. Изначально что нужно иметь? Изначально мы нашли какую-то... То, что нам представляет интерес. Мы нашли какую-то коряку. Ну вот, она будет в нашем понятии. Как вы выбирали вот ее? Так. Ну, просто меня вот заинтересовала такая форма его. Необычная. Необычная форма. И первоначально мы... Отпиливаем нужный нам кусок, сантиметров 25-30, очищаем его от коры. Угу. Потом убираем то, что нам не нужно. Вот эти маленькие сучки. Угу. Одно из основных понятий, чтобы не порезать себе руки. Всегда резать не к себе, от себя. А, от себя. Угу. От себя. Во избежание нанесения себе травмы. А вы вообще как начали заниматься? С чего вообще вы проснулись? Рано утром решили, что вот дерево это ваше, и вы будете из него ваять все, что угодно. Или как вообще? У меня отец был Иван Николаевич, и он, у него было такое пристрастие. И вот я это с детства так. Кому что нравилось. А я любил с детства что-то с дерева. А что вообще, расскажите, можете сделать из дерева? Что я могу сделать? Сказать все, все невозможно сделать. Ну, многое могу сделать, конечно. А какое вообще самое сложное было ваше вот такое изделие, которое вы бы делали? Сказать, как вам правду сказать, сложное изделие. Ведь прежде чем сделать изделие, я вам скажу, несколько начну издалека, оно должно быть в голове уже, что ты будешь и как. Идея. Да, идея такая. И как у вас формируется эта идея? Ну, по-разному, вы знаете, даже во время сна, когда голова загружена, думаешь, думаешь, думаешь. Одна из сложностей – это идею найти. Вот что. А уже потом, принцип тут такой. Глаза боятся, а руки делают. А вы участвуете, может, в выставках каких-то со своими изделиями? Конечно. Да? Конечно. Я езжу. Очень много. Был на несколько раз на Славянском базаре. Был в Александрии. Вот на через день я поеду на Козюки. Что такое Козюки? Это профессиональный праздник всех ремесленников. А вы здесь как-то, может, наоборот, морально отдыхаете, приходите? Совершенно правильно. Что такое? Это, я считаю, это один из отдыхов. Угу. Чтобы вот так отдохнуть. Да, это физический труд, но душа твоя отдыхает. Тебе приятно это делать. Угу. Все, на этом мы хватит. Этим косячком нам хватит. То есть сейчас вот это мы закончили, да? Подготовительный такой этап. Да. Хорошо. Дальше что будем делать? Дальше мы будем делать, наносить ему, показать, что это живое дерево и что это на нем есть кора. Как показывается. А вроде бы и так понятно, что мы сняли кору, родную кору мы сняли, а мы сейчас будем наносить так
искусственную кору, которая нам нужна. Угу. Для этого у нас есть уголок. И вот наносим такие черточки. Ой, здорово. Ага. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Тоже в ту сторону, да? Да, только от себя. Сколько вы уже занимаетесь деревом? Ой, с этого года, если честно сказать. Очень много, давно, лет уже, может, 50 больше. Мне уже 60 лет, вы верите? Ой, нет, не верю. И я уже настолько старый, что с этого года уже ни одна собака не живет. Вы же знаете. Нет, очень хорошо выглядит. Не надо. Спасибо, спасибо. Тронут, тронут. Вот так рождается у людей взаимопонимание. Во время работы шутка тоже уместна всегда для нормальных людей. Ну вот, у каждого своя фантазия. Угу. Не то, что там обязательно тут 5 провести стрелочек, а тут 10. Нет. Как вы видите его? Угу. Это ваше. Дружник, я так вижу, да? Совершенно верно. Мы уже создали вот такой полуфабрикат, так сказать. Угу. Можно, конечно, вот в таком виде его оставить, но мы его оставлять не будем, а я покажу, что я делаю дальше с ним. Угу, давайте. Для следующего этапа мы берем покраску. Но прежде чем покрасить, я довожу, чтобы была гладкая поверхность, потому что бывает шероховатости все. Я убираю одной шкуркой, крупной шкуркой, потом пройдусь мелкой. Легким нажатием на флакончик я создаю здесь давление, а отсюда я дую, через эту трубочку я дую. Все, сейчас мы ее ставим сушить. Вот это еще тоже недовиденное. Здесь осталось что сделать, покрасить? Нет, еще довести вот тут. Тут еще есть доработок, показать его лицо, морду, выделить все так. Угу. Если у вас пацаны будут рога, когда будете женаты, я сюда прикручу. Ну, так юмору. Можно сказать, что он уже высох. Ага. Вот наш подсвечник. Да. Быстро. Для того, это еще не конец у него, чтобы он был устойчивый, мы делаем сюда подставку. У нас есть уже подставка. Подставка. Мы смотрим. Ага, не криво стоит. Значит, нам нужно подшлифовать здесь. Для шлифовки у нас есть так называемая угол шлифмашинка, болгарка в простонародье. Сейчас я покажу, как с ней работать, как с ней обращаться. И вот мы закручиваем. Вот наш подсвечник. И мы начинаем покраску. Я это поручу своей помощнице Ангелине, потому что-то ей нравится. И это ей основная будет работа. Спасибо за доверие. Пожалуйста. Потому что ногти это одно, а здесь, ну, как бы схожая работа. Пожалуйста, я вручаю, доверяю свою жизнь и судьбу. Давайте. Вы уже тут покрасили, да я продолжаю. Да, вот тут продолжай. Перчатки можно запачкать. Спасибо. Травмоопасная же это вообще очень работа, правда? Ну, как вам сказать насчет травмоопасности? Конечно, вы сами видите, что все инструменты острые. Сам себя береги, помни, что ты делаешь. Так, на этом мы закончили. Давайте я зажгу. Пожалуйста. Сейчас. Петелек. Да, последние штрихи. Последние штрихи.
Вот то, что у нас получилось, да, вот, собственно говоря. Кому что нравится, кому не понравится. Вы видите так, да, что это с такой свечкой. Можно свечку такую обычную, восковую, да? Вот. Здорово, спасибо вам большое за то, что вы нам научили, рассказали. Я думаю, что многие зрители воспользуются и попробуют сами сделать такое, потому что на самом деле это не совсем и сложно, и это реально очень красиво и здорово. Тем более очень просто, из таких простых материалов. Учитывая то, что вот это, я думаю, будет человек достойный Ангелина, которому понравится резьба, и я надеюсь, ей будет нравиться резьба. И, так как она была хорошим, достойным помощником, я хочу, чтобы этот первый ее сувенир, первое изделие осталось у нее. И я ей преподношу. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Пользуйтесь. Здорово. Я поставлю все, буду зажигать. Я очень люблю это на память. Спасибо. Помните, что где-то есть такой Геннадий Иванович, который что-то умеет делать. Спасибо. Может, не все на чуть-чуть умеет. Спасибо большое вам. Таковы главные новости и события сегодняшней программы. О том, что будет, поговорим через неделю. Здесь же и в это же время с вами был Дмитрий Королевич. Всем хороших новостей и пока.